Здравствуйте, меня зовут Елена Гладкая, и я являюсь участницей марафонов женственности Ольги Алексеева-Ляевых. В этом видеоотзыве я бы хотела с вами поделиться о том, что для меня это было и какие изменения произошли в моей жизни по прохождению марафона. Первый марафон я проходила, когда моему ребенку было 5-7 месяцев. Мы были очень счастливы, что у нас явился малыш на свет, пришел в нашу семью. И в то же время я на тот момент была очень уставшая. Все дошло даже до того, что я с мужем разговаривала категориями, что мне не нравится и чего бы я не хотела, вместо того, чтобы выражать свои желания и быть более мягкой в своих утверждениях. И мне необходим был какой-то ресурс. То есть, понятно, ну, я продолжала тогда заниматься духовной практикой, и ребенок, понятно, и на все время у меня просто не хватало. То есть мужу хотелось, хотя я старалась и так по максимуму, но хотелось ему уделять больше времени, хотелось себе также уделять, потому что я была уже очень уставшая, и марафон мне помог, на самом деле, найти золотую середину и гармонизировать все области моей жизни, и это была огромная была помощь мне на тот момент. А также у нас, конечно же, наладились отношения с мужем. Я заметила, как мои желания начали реализовываться очень даже быстро. Только на протяжении этих 2 месяцев, во время которых я проходила марафон, у меня реализовалось больше 60% желаний из списка, как бы. Также все хвосты, которые у меня там были, я подтянула, и закончился марафон тем, что мы все вместе поехали на фестиваль, очень важный для меня и для нашей семьи, и после этого улетели на семейный отдых, где все также были очень счастливы. Также у меня с марафоном связана одна очень... ну как, не то чтобы невероятная, но потрясающая для меня история. Как-то раз я поделилась с мужем по-женски, что очень соскучилась по стране, в которой я жила до замужества более 3 лет, и по городу Куала-Лумпур, Малайзия. И просто поделилась, что вот меня подруга в гости к себе приглашает, и мне бы так хотелось туда слетать. И он абсолютно легко сказал: «Так летите». И я настолько была тогда удивлена, потому что я вообще не ожидала от него такой реакции. Ну и так совпало, что как раз марафон второй, который о мужчинах, об отношениях с мужчинами, он начался в этот момент. Вот. И ну, мы путешествовали, мы были в Куала-Лумпуре, потом мы были в Индонезии и в Дубае. Вот. И, скажу честно, я не погружалась настолько в него, как в первый свой марафон. Но этот марафон тоже мне дал отличные результаты, и я для себя вынесла многие важные моменты, что, ну, по поводу своего поведения, так сказать, с мужем. И спасибо, хочется сказать огромное спасибо Ольге, Алексею и всей команде за такое благое дело, которое вы делаете для многих женщин. И, ну, я уверена, что этот марафон меняет жизни очень многих. Да, сейчас очень много тренингов, семинаров. Я лично проходила очень много семинаров по обучающих программ, по личностному росту, по там, личной эффективности и так далее. Но я с уверенностью могу сказать, что для женщины, на самом деле, марафон женственности — это самый главный семинар, самый главный тренинг вообще, потому что... Но в первую очередь, наши мужья, наши дети должны счастливы быть, и мы должны быть счастливы в первую очередь. А потом уже, если у нас там остается энергия и желание, мы можем дальше идти реализовываться в социуме. Вот. Поэтому я считаю, что этот марафон очень важен для каждой, и я вам рекомендую, и я всем своим желаю, ну, как знакомым, подругам, всем советую поучаствовать в этом марафоне. И спасибо вам за внимание, желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч. Пока-пока.